криминальный злодей. Получает скрытую информацию. Мы подозреваем, что утечка была из этого участка. Каждый под подозрением. Мы выглядим полными идиотами. Вот теперь я зол. Хайтауэр. Хукс. Можешь забрать ее с полицейской стоянки, парень? Каллахэн. Теклберри. Ты радостно поедешь на автобусе, мистер. Джонс. Вижу цель, человек. Феклер. Харрис, сделай мне подарок. И комендант Лассард. Я знаю, скоро мы одержим верх над нашими врагами. Они любят свою работу. Помогите, я буду помогать бездомным. И должны выбрать. Продолжить честно служить городу. Или сохранить рабочее место. У меня есть нужный человек для этой работы. А тут еще и самые большие колеса. Это было очень впечатляюще, не правда ли? Полицейская академия 6. Город в осаде.